Всем привет! С вами Комаров Виталий. У меня сегодня очередная распаковочка с Китая. Кстати, кто думает, что с Китая сейчас товар не выпускают, вот. 10 апреля я заказал, 2 мая я получил. Так, это шнур быстрой зарядки, магнитный, Type-C. Смотрим, что это за чудо такое. У меня уже на обзоре был такой. Тут еще один пакетик. Вот так вот они его высылают. Ссылочка на этот кабель, конечно же, будет в описании. Открываем. Это что такое? Вот так вот открыли. Вот. Вот такой вот он шнурок. Так, сейчас мы его проверим. Как он что заряжает и есть ли у него передача данных. Раскручиваем. Это же надо столько накрутить, а? Все. Длина его метр. Вот такой вот он себя представляет. Эту пимпочку мы втыкаем в телефон. И она здесь остается. Ну, в сущности, все. С этим. Так, подключаю я его к зарядке. И сейчас должна пойти. Зарядка идет без всяких проблем. Так, а теперь мы попробуем его подключить к компу. Определит ли он его как передачу данных? Ага. Разрешить. Все, передача данных есть. Вот комп. Сейчас мы. Так. Ну, в сущности, его видит. Ну, как-то так. Все, передача данных он поддерживает. Такой вот шнурчик. Шнурок для зарядки. Все работает четко. Все, на этом обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал. Еще несколько посылок впереди. Посмотрим, что будет. Спасибо вам, до свидания. Подписка с вас.